счет того, что мы с предпринимателем ведем постоянный диалог ежедневно, через разные площадки, через социальные сети, лично встречаемся, сами являемся потребителями услуг наших предпринимателей. Они у нас учатся на разных площадках, акселераторов и так далее. Мы достаточно хорошо чувствуем сегодня и знаем их повестку. Очень классный информационный обмен происходит по тем или иным продуктам, что нового в республике открывается, что поддерживается. В этом году мне понравилось, что добавили блог про Инстаграм, так как это очень актуальная площадка для продвижения бизнеса. Одним из самых важных навыков для предпринимателя является умение презентовать и продвигать свои продукты и свои идеи. И я был очень удивлен тому, как люди уже умеют презентовать, как они бодро держатся, как они уверенно рассказывают. Ли Коп в свое время сказал: «Мне нужна не команда гениев, а мне нужна просто профессиональная команда. Потому что если будет 151 замотивированный лидер, да ими управлять невозможно, они компанию угробят. Лидер только один, первое лицо». Очень многие компании сталкиваются с тем, что они возят какую-то продукцию в России, а потом им предъявляют претензии о нарушении прав на товарные знаки. То есть вот это тоже очень распространенная проблема, и малый бизнес, оказывается, не готов к ней. Мы прослушали 20 номинантов на топ-20 бизнес-идей у Дворти. Все, что они делают, это действительно важно, потому что именно это и есть экономика России. Те люди, которые возрождают заброшенные деревни или делают места отдыха мирового уровня в центре Ижевска. Они все одинаково важны, хотя они абсолютно разные.